найти, пачку купить. Опять найти. Почему все как у нас должно быть? Можете свое что-то сделать? Все у Сардара копируют. Это как Китай, Huawei, у айфона, да? Ты, кстати, снимаешь? Да. Сейчас еще на меня Huawei подаст вот. За защиту чести и достоинства. Вот, посмотрите на эти притоки. Вот эти притоки, кстати, мы показываем. Эта услуга стоит 5000 рублей. Показ собственной вены 5000 рублей. Селфи на фоне, на фоне вены тоже 5000 рублей. Друзья, мы удалили вену, часто мои пациенты там или подписчики пишут, как у вас операция, а вы снимаетесь и так далее. Дело в том, что у нас гемостаз, и ждем обязательно после удаления вены, чтобы гематом было меньше, надавила и ассистент, и операционная сестра, иногда она правда мухлюет, но вот. Вот посмотрите на эти веточки, которые посередке, да, видно, Паш, или на меня делает акцент телефона? Видно. Вот, через них идут вот такие сообщения, мы их тоже удалили, видите, вот сопля торчит, вот еще одна, их три штучки, вот, отростки, они соединяются с глубокими венами, это называется перфоратные вены, вот еще у устья, такой крючок, помните, у вас нагольные черные вот эти крупные, вот это все от этой заразки шло, вот, сейчас все удалили, кровь вернули в глубокое русло и ждем гемостаз. Вот, пациентка ранее, ей назначали всякие препараты, к сожалению, неэффективны, потому что, ну как будет эффективно с такой проблемой? Если она есть, ее надо удалять. Там что-то пишет? Спрашивают как-то. Что? Спрашивают, как самочувствие. Ой, спасибо, когда? Все хорошо. Вот видишь, обо мне люди переживают. Кто спрашивает? Пациент, кто еще спрашивает? Мои подписчики. Вот, очень приятно. Вот, пациентки назначали компрессионный трикотаж, друзья, в некоторых случаях его носить нельзя. К сожалению, мои коллеги, в том числе мой ассистент, очень часто назначают, так нельзя делать. А вот, нужно носить строго по показаниям. Но, если есть проблемы, все-таки ее надо решать и удалять. Мы здесь еще перевязали целую кучу вен, которые для тазового варикоза. Вот, и сейчас, где-то через полчаса, пациентка уже будет в палате. И через 4-5 часов уйдет домой, на своих ногах, без боли. Болит, честно, что-нибудь? Громче только. Нет. Пациентка в полном сознании, анестезия спинальная. Вот скажите, вам делали 3 кесарева, и там укол, и сейчас укол. Где лучше, честно? Я не могу сказать, что... Нет, а больно где было? Спину когда кололи? Везде анестезиологи и хорошие попадались. Да. А Паш, какой оценку из 5 ставите? Пятерку, конечно. Он вам больше не будет. Я изначально сказала, что самый главный человек в операционной — это анестезиолог. Все, я могу уходить тогда. Здесь рвешь одно место, мучаешься, Паша сидит там после анестезии. У меня здесь, она говорит, самый главный анестезиолог. Ладно, хорошо, все, я принял. Вот надо было сказать еще 5 минут назад, пока я ее не удалил. Все, друзья, всем хорошего настроения. Берегите себя, до свидания. Сохраните.